Новосибирские школьники будут учить испанский. Сегодня представители мэрии Новосибирска и атташе Европейского королевства подписали меморандум. Документ предполагает сотрудничество по распространению испанского языка в нескольких школах города. Испания – это одна из старейших европейских стран, в которой достаточно интересная культура, история. И поэтому сегодня дети высказывают интерес в изучении и испанского языка в том числе. Сегодня мы планируем изучение испанского языка как второго языка. Но есть желание у ребят, и возможно, что для многих этот язык станет первым. Уже со следующего года школьники начнут изучать испанский язык и культуру. Знакомиться будут и со страной, возможны проекты по обмену группами. Основная цель – повысить общий уровень образования детей. Сейчас специалисты начали составлять учебные программы. В первую очередь мы будем заниматься образованием учителей, преподавателей испанского языка. Также мы будем помогать налаживать связи между учреждениями Новосибирска и Испании. Кроме того, мы будем поддерживать преподавание испанского как первого и второго иностранного языка. Мы считаем, что очень важно для учащихся знать иностранные языки, в том числе и испанский. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересные и полезное видео. Приятного просмотра!